have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки. Я думаю, что вы тоже соскучились по этой музыке. Да, мы с вами в игре Деспота. Тут произошли некоторые обновления, прикатило немножечко нового то тут, то там, то 5-10. Давайте сейчас начнем, я вам по ходу расскажу. Я сгонял одну карточку, все шло хорошо до того момента, пока пошло плохо. Здесь меня убили. У нас есть... За кого мы, кстати, играли в прошлый раз? За ученых и еще кого-то. Можно взять щитовика. Я даже не знаю, какой, кого в этот раз собирать. У нас Скалибур. Давайте начнем, наверное, вот так. Да, из этого у нас появился легкий, собственно, без царя горы. Сложный с царем горы, но без шанса в нем, что логично. Голодные игры. Переработ 50 человек на еду. Кстати, наверное, надо этим потихонечку начать заниматься. Я как-то, в принципе, никогда людей не перерабатывал. Есть... мутагены, очень много мутаций. Кстати, может, на этом пойдем? Давайте поэкспериментируем. В крайнем случае, запорим, так запорим. Ничего не случится. Нажмите замена 200 раз. Безумный. Это у меня тоже нет. У меня получается два режима не открыты. Ладно. Поехали на мутагены, на косплее. По крайней мере, у нас есть врач сходу. А этот чувак у нас мечник. Мечник. Супер. Ну, тогда поехали сюда. Погодите секундочку. Что-то мне, по-моему, очень по ушам било, поэтому... Да, пробел это пауза. Какая кнопка? F. А, ну, логично. F. Fight. Да, у нас новые мобы. Как, например, вот эти вот мусорные ведра, которых я до этого раньше не видел. Они лечатся, твари. Смотрите, он просто закрывается внутри и лечится. И он бьет всех, ах ты ж зараза. Хорошо, у нас также появилось два новых слота. В общем, дойдем, я сейчас расскажу. Тяжелый кубик, вера срабатывания всех способностей. Давайте, хорошо, ну то есть, мутация так мутация, окей. Что-то мы начали не очень, нас уже покоцали неплохо так. Что у нас, какая тут ветка развитий? Через множители здоровья идем и через... О, вон скорость атаки. А это прикольно. Сколько он стоит? Десятку. Это тоже стоит десятку. И у нас много мутаций. Хорошо, куда мы сейчас за едой, не за едой? О, есть портал. Блин, мне бы людей купить, поэтому, наверное, сюда пока что пойдем. Просто одним мечником я прям много не навоюю. Давайте я возьму еще одного доктора. Как минимум второй в команде. Давайте тогда... Как на этот раз будем? У нас есть мечник. Давайте на мечниках строить. Я знаю. Ловкачи. Ловкачи. Я бы еще щитовиков, может быть, взял бы. Не уверен, как это будет работать. Нужно... Значит так, из ближников у нас есть мечники, щитовики, ловкачи, из дальников у нас есть маги, ученые и стрелки, ну и медики, медики у нас обязательно. Кого мы берем на дальнюю? Я даже не знаю, давайте еще раз качну. Во, у меня есть второй мечник, хорошо. Давай тебя тоже возьмем, дружок. Угу. Два, оп, я забываю, как управлять. Два мечника, два медика. А между ними болтик положенный на все, что тут происходит. Поехали обратно. Не очень продуктивно, но что поделать. С Захарчиком. Может быть, отхилюсь сейчас немножечко. Посмотрим. 146. Нет, спасибо. Еще раз пойдем за людьми. Первый уровень, понятно, лайтовый. Вот. Нам предлагают стрелков тут взять. М-м-м.
Минуточку. Бонус к здоровью 50. А тут у нас что? Бонус к мане 40. Скорости атаки. Скорость атаки мне сейчас важна, поскольку раз уж... Ну не то, чтобы я прям мечниками играю, а... Так, от босса я смогу еще раз сходить вниз? Смогу, наверное. Поехали. Рискуем, но поехали. Неважно. Я же говорю, продуем так продуем. Поехали. Третий прям раз. Лечите их, пожалуйста, только не просирайте. Надо бонус к мане будет качнуть. Потому что медики без маны становятся абсолютно... Блин. Блин, вы чё? Вы чё? Окей, окей. Так, ладно, по крайней мере, это заняло всего лишь 5 минут. Попытаться еще раз, конечно, поехали. В этом же составе. Где-то что-то пошло не так, надо было больше человеков. Но я просто не успел его замочить. Опять же, это ведро мне вначале немножечко подосрало, потому что я после него очень долго отхиливал персонажа. Видите, сейчас мы вышли, они оба отхилены, а тогда мне как бы за счет следующих боев приходилось еще хилиться. Ох ты ж. Вот оно это ведро, вот оно. И видите, по нему урон не проходит в этот момент. Оно хилится практически полностью, открывается и наносит урон. Ну смотрите, ну что это такое? Блин. Так, это у нас призыв дрон перед сражением. Я думаю, для начала это будет неплохо. Ты у нас кто? Затянут пояса. Потребляет на меньше процентов, но передвигаются в бою на 30% медленнее. Передвигаются. А третий у нас что? Липкая кровь. Синиты после смерти замедляют скорость атаки. Ну, после смерти это наш... Я не планирую, чтобы мои людишки умирали, теоретически. Не знаю. Я бы дрона взял. Опять же, для начальных уровней очень хороший буст. А для последующих уровней, ну, как бы лишний отвлекающий маневр. Да, я, наверное, возьму. Возможно, я не прав. Ну, кому теперь какое дело, да? Поехали дальше. Если я переживаю эту комнату, ну-ка, что у нас тут? Ну, что-то одно маленькое. Хорошо, видите, да, они агрятся на дрона. А зачем ты лечишь дрона, дружище? Нам дрон сейчас... Ну да, это обратная сторона медали. Тогда хочу вот это. Вот так. Медиков у меня становится автоматически 3. Что круто. Мне не придется за ними охотиться. Прокачать. Тогда вот так и вот так. А черт, это такой же. Я не посмотрел, блин. Это тоже мечник, но он будет считаться как один. Ладно. Что есть, потратились немножечко обидно, но что делать. Вот опять этот мусорный бачок, который кусает за бачок. Есть! Его успели замочить до того, как он начал лечиться. Вот это хорошо, вот это правильно. Голодная ярость. Синит получает бонус 60-40-60. Скорости атаки при голоде, сильном голоде. К скорости. Да, давайте. То, что я буду бегать голодным, я практически уверен. Круто. Начали прокачиваться, ребята. Такс. Че я хочу от этой жизни? Я хочу, наверное... Так, да-да-да, это новенькое. Сколько у врача сейчас манны? 220... 210. 40 это неплохая прибавка. У меня 20-ка, я сейчас ничего нового не куплю. Тогда давайте вот так. И вот так сделаем. Потом сделаем еще скорость атаки. Но это будет потом. Поехали на босса. Па-п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 ам. Может быть, я его даже забью. Но в этот раз шансов типа больше. Видите, как дрон танкует? Ну, прям вот, да. Вот, у нас появились новые вот такие бонусы. В конце каждого уровня после босса можно выбрать один бонус в
в накоплении их может быть максимум 2. Потом, если их 2 не потрачены, их 3 взять уже невозможно. Поэтому их нужно брать и тратить. Воскреситель. Всех человека, погибших в этой комнате, кроме переработанных в яме. Это шикарная вещь. Можно на боссе слиться практически полностью и потом просто всех воскресить. Вот этой штукой мне удалось попользоваться. Есть вот это, убегатель. Телепортируется. Короче, берем вот эту и не тратим ее, наверное, очень долго. Посмотрим. Шурик. Так, хорошо. Шурик это... Шурик из Риви. Ладно, это один из мечников, который мне, по сути, у меня два одинаковых. Итак, как будто прямо с потолка на отряд рухнуло человекообразное создание с мордой крокодила. Уточню, что морда крокодила у него на том месте, где обычно у людей, у человеков морда человеков. Человеки даже не успели вступить в бой, как Шурик осознал, что его голова находится внутри зубастой пасти далее. Прямо из глотки на него заглянуло лицо с крестиком на глазах и произнесло «Омайва! Чигау!». Сразу после этого крокодила морды отпустил добычу и спросил, что он сказал. Что-то про девочек-волшебниц не успел разобрать. Кажется, он меня не узнал, что, кстати, неудивительно, я обычно избегаю меня с большим скоплением зубов. Логично. Давай не буду отвечать на вопросы, мы просто поступим... я не помню. Я даже не помню, был ли такой вопрос еще раз. Давайте я вот это сделаю. Шурик точно не ответит больше на вопрос. Крокодил голову проломил ему голову молотком. Затем над ним материализовался прямо в воздухе дверь, с которой высунулась женская рука и затащила в проем крокодилоголового. Конструкция исчезла, но на месте остались пакет с 30 пельмешками. Хоть что-то. Меня это вполне устраивает, я же говорю, потому что я собираюсь брать вот этого мечника. И деньги мне вполне пригодятся. А, не деньги. Блин, там не деньги, это он еду мне оставил. Ну тогда идем в таком составе. Ты не мог другого этого покоцанного забрать. Ой, замок, ладно. Так, там хавчик, тут у нас прокачка. Поехали. Ох ты ж, а это прям жестко, да? Ну, мы все целые, но все равно это было как-то не очень красиво. Теперь, у нас тут есть... Ора-ора-ора-ора-ора! Бойцы раз в 20 секунд повышают себе скорость так на 100%. Фишка в том, кого я буду брать, бойцов или стрелков. В любом случае, бойцы, наверное, нет, потому что у меня мечники в этом билде. Тогда для стрелков имеет шанс уклониться от вражеской атаки. Или же при атаке носит 5% урона всем врагам вокруг. 5%! Ну, если их будет много... Это, знаете, по скоплениям зомбей, вот это бить неплохо. Нет, знаете, я все-таки возьму вот это. И надо тогда, получается, брать стрелков. У нас мечники и стрелки. Но у нас катастрофически не хватает народу, поэтому... Уйди от меня! Ух, хорошо. Опять же, на стрелков нам дают. Получает способность оглушать противника на 1.5 секунды раз в 13 секунд за 40 маны. Так, а тут у нас умники имеют шанс после боя воскреснуть. Имеют шанс, что атакующий их враг... Нет, берем опять же. Можно поменять. Но у нас тут есть на стрелков, давайте возьмем. И тогда нам нужно уже серьезно в них вкачиваться. Интересное кино, в общем, ладно, что от нас тут попросят, давайте глянем. А, точно, зомби, я вспомнил. Человек человеку друга, зомби. Зомби сломался. Что тут происходит, непонятно, заряжал батарею, зомбийный элемент механизма вышел из строя. На уровне есть лаборатория с образцом Т-вируса, принеси мне его, я тебе щедро награжу. Принеси тебе Т-вирус, превращающий людей в кровожадных зомби, чтобы он пугал несчастного раба, который вырабатывает для тебя электричество. 25 жетонов дам. Где, говоришь, лаборатория? Я сделал отметку на карте, жду тебя здесь. Ага.
Там должен быть третий портал или нет? Скажите мне, пожалуйста. А то я пока что по комнатам с порталами не хожу. А возможно, зря. Да, третий портал будет. Это просто обалденно. Ну чё, ребят, вы ж без баффера, в принципе, у нас никто, да? Мне бы на медиков апгрейд, чтобы они кидались гранатами лечебными. Это было бы вообще просто суперски. Вот тут внизу нужно будет прикупить себе человека, который... А в зомби-то превратится рандомный чел или того, кого я куплю? Я не помню вот этого. Так, ребят, вы у нас отъехали, да? Отъехали. Вот, собственно... прокачечка. Вот стрелок у меня первый получается. С пищалью. С пищалью в глазах. Давайте я куплю. И куплю себе одного чувака. Я очень надеюсь, что именно он превратится. Черт с ним, прокачаем Агас. И еще раз прокачаем Агас. Я об этом очень пожалею. Но Магаз теперь прокачан на полностью у нас. Пойдем. Только не убейте мне чебурека простого. Хорошо. А, хорошо. Заразился именно тот, который нужно. Стоит посетить еще сумасшедшего ученого. Стоит посетить сумасшедшего ученого еще раз. Да, полностью с тобой согласен. Из портальной комнатки можно будет побегать, понапосещать. Например, вот здесь можно будет походить. Ого, как они дрон быстро ушатали. Но вот он отвлек на себя внимание. Очень, очень уместно, очень хорошо получилось. 28. Блин, а мне этого нечто вообще ни разу не хватит на босса. Давайте еще одного стрелочка возьму. 23. Впритык? Какие у стрелков вообще бонусы? Мне нужно 3. Мне нужно 3 мечника и 3 стрелка. Елки-палки, мне ни того, ни другого нету. Капец. Пора брать еду. Бонус 25... Чего там? Денег было? Или тайные знания? 25 жетонов. Не, знания, погодите. Знания будут то ли ран... Я не помню, какие здесь знания. Я помню, что если дырка в полу, то знания даются на ктулхов. А здесь на... А, на ученых даются знания, потому что у него же тележка, он сам ученый. Нет, 25 жетонов, потому что... У меня... Я, знаете, что только что заметил? Смотрите, когда зомби его пугает, у раба вокруг появляется вот эта вот аура испуга. Она точно такая же, как... как же эта игра-то называется? Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, точно. Это маленькая отсылочка. Забирайте деньги. Деньги я заберу, да. Я не против. Итак, мне нечем прокачать своих чуваков, поэтому я, наверное, вкинусь еще раз здоровье. Я бы хотел бы больше чуваков, но больше чуваков у меня нету. Я очень буду сейчас надеяться, что мне медиков не убьют. Блин, тут этот самурай, чтоб его. Он прямо это, очень доставучий. Смотрите, сколько у него хпшки. Наши чуваки пока затаскивают. О-о-о, застанил. Отлично. А это второй застанил. Нормально, все, хорошо, справились. Второй бонус, который мы возьмем, это полностью излечить выбранного юнита один раз одного... А, нет, три нажатия, значит, три юнита. Хорошо, я понял. Убивать всех врагов в комнате не работает в комнате с боссами. Полностью излечить трех юнитов и любить всех врагов в комнате. А давай. Не работает в комнате с боссами, это немножко жаль, но это в принципе логично. Человек подошли к огромной вышке с такой же огромной антенной. Сложно разобрать, что за стертые символы не изображены, но похоже на 5G. Да-да.
Итак, я слышал, они как раз вызывают... Они рак вызывают, срочно бежим. Угу, нам точно нужна такая антенна, попробуем аккуратно спилить. 5G, это пента, с латинского... Давайте вот это. Проверьте подключение к серверу. Проверьте подключение к серверу. Ваши человеки разрушили вышку. Хорошо, что тут где-то есть резервные. И связь остановилась. И, типа, ничего не осталось, я в нейтрале, да? Мне нужен вот этот меч. И я его куплю. Но я не куплю человека. И это печально. Ладно, меч я забираю, человека куплю, когда у меня будет следующая возможность купить человека. Можно будет, кстати, прямо сейчас сходить... Там, блин, все эти роботы, самураи, все это бегает, шатает тут все подряд. Человеков можно будет купить прямо сейчас. Опа! Медики могут за бой однократно воскреситься с 20% медики. Ну, а тут больше не... Ну, я могу замену, конечно. Если у них есть 120 манны. Это очень-очень большие если. Давай еще одну замену. Стрелки получают на 100%. О, вот это я заберу, вот это прям вкусно. Да, чтоб тебя! Лечите его. На 100% больше экспы, ну это прям вот, это же шикарно. А мне нужен арбалет еще? Пистолетик и арбалетик. Раз, два, раз. Ага, ага, я тебя понял. Давай мы возьмем Гатса сюда поставим. А тут был еще и этот каратель. Я мог собрать полную коллекцию пулялок. Ну нет, так нет. Пойдем за Хавчиком. Денег не хватает прям жестко, очень сильно. Это ж нужно еще апгрейды делать, это еще нужно человеков покупать, вооружать и всякое такое. Пока что да, тащим. Этот этаж, наверное, будет еще норм. Вот насчет следующего нужно будет подумать. Возьмем вот это, гуляем на все просто. Тут дальше ничего, можно будет за апгрейдом в соседнюю комнату сходить. Получается, пищаль уже есть. Давайте тогда два человечка мне, пожалуйста, чтобы стрелков. У стрелков, по крайней мере, способность появится. Отлично. Стрелков у нас 4. Нам не хватает как раз вон той пушки, которая там была. Ладно. Аура скорости атаки 3 уровня. Для разнообразия нужен еще 5. А у мечников что появилось? Критический урон 2 уровня для ратата. Опять же, мне нужен новый мечник. Менять я сейчас не буду. Я лучше прокачаю, наверное, бонус скорости атаки. Да. Что я там еще могу качать? У нас есть бонус к защите от магии, что нужно. Топохлориан. Магический урон человека вырастает на нас. Но, блин, магический у нас магического нету. У нас есть... Кулдаун всех способностей. Одна мана становится каждые полсекунды. Ой, вот это хочу. До него очень долго идти. Я не знаю, смотри, сколько для этого денег надо потратить. Нужно 10, 20, 40 и 30, 70 денег. И еще 20 на нее потратить. Сотню, просто чтобы сюда дойти. Это очень хорошая вещь. Но до нее нужно сотни. И тут половина того, что мне не надо. Богатый выбор. Распродажа. Не, а распродажу бы, кстати, я взял. Может быть, и стоит идти в эту сторону. Просто тут у нас тоже крутые вещи. Так, в Хтанг это мне не надо, потому что мне нет магов. Тут у нас все нижняя часть, это в Хтанге. Здесь бонус к броне, который необходим просто. Здесь...
Все юниты могут избежать получения негативного статуса с вероятностью... Ой-ой-ой, это вот это круто тоже выглядит. Бонус к здоровью. Это у нас множитель здоровья. Все получают бонус 90% к здоровью. А это тупо еще 200 здоровья. То есть смотрите, вот у него сейчас 209 здоровья. Бах, 409. Надо бы в эту сторону двигаться потихонечку. Денег, я же говорю, нужно просто немерено на все это. Очень жаль. Мне бы хорошие бонусы на медиков еще. Молния становится цепной. Нанося урон этой дополнительной цели, каждый следующий получает... Но это молния. Так, погодите. АФК. На очки в начале боя... Нет, не надо. Замена. Мечники, кстати. Мечники бегут к медикам. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это нужно. Вот это нужно. Это прям необходимо. Ну, может, они... Ну, медикам нужно качать ману. Может, эти, по крайней мере, как дурачки, не будут больше идти и дохнуть. Я был бы очень рад. Хотя бы семерочку дайте мне. Что, побегать голодными? Давайте побегаю голодными и пока что вкачаю броню. 10 плюс 10 к броне. Сколько у них сейчас? Вот, один... Плюс 10. А у тебя сколько было изначально? 17, 13. У этого 26. Остальным броньку апнули практически в дважды. Да, побегаем голодными, к сожалению. Но у нас бонус на голод. Босса мы сейчас завалим. Вот, а потом побегаем голодными. В принципе, мы пока тащим. Мы сейчас не сможем никакой бонус с собой забрать. Так, уничтожитель у нас есть. Видите, чтобы получить новую, нужно использовать старую. Лечит всех юнитов на 30%. Ну, оставляем здесь, потому что у нас очень хороший бонус. Я бы не хотел их транжирить. Бригада. Человек зашли в новую комнату, но внезапно обнаружили, что она еще не достроена. А, было такое. Там у нас стоят... Угу. Та-та-та-та-та. Вы что-то развели, да. Начальник, не кипишуй. Так. Человек вышли из недоделанной комнаты с важным видом и с 20 жетонами. Бригадир, начальники. 43. Давайте я один раз тапну. Три плетки. Ну, нормальные вы или где? Раз, два... Это мы к вот этому идем, да, регенерация маны, чтобы у нас медики жили. Дальше я тут все равно не смогу. А почему я не смогу? Сорок. Погодите. Множитель маны. Сюда я не могу дальше качать. А, ну вот это у меня не вкачано. Почему я не могу вот это качнуть? А, я понял, мне нужно это разблокировать, чтобы... Придется сюда выкинуть пятнашку. Окей. Оно мне не надо, но... Без него я, видимо, дальше ничего не смогу сделать. Пойдем дальше, пойдем сюда. Посмотрим, как мы этот уровень танкуем. Тут у нас самураи... Вроде как ничего, смотрите, опять же, на дрона все идет. А где стан, не подскажете? Человеки все живые, что приятно. А я еще и голодный дрался, круто. Давайте сюда, потом с портала можно будет пойти в ту комнату. Но все равно сейчас нет денег закупиться, я бы лучше поднакопил. Этих тварей массовый урон, но, в общем-то, мы их тоже держим неплохо. Интересно, сколько тут будет этих комнат? Ой, три! Отлично! Давайте тут тогда подеремся, выберем... Ух ты ж, ё, эта комната меня и похоронить-то может, если чё.
Я что-то немножечко переволновался, а тут нормально оказывается. Имеет 30% уклониться от атаки противника при здоровье. Да, вот они медгранаты, фух. А тут чем? Да, это новички АФКшники. Способность без кулдауна и траты маны. Ой, это тоже хорошо. Но я возьму вот это, потому что это слишком шикарно. То хорошо, а это прям шикарно, поэтому... Чтобы медики у нас просто не лезли на передовую. Ой-ой-ой-ой, лазерный меч. Отлично, какого меча нам не хватает? Обычного самого, простенького, да? Да. К защите от магии. А ты у нас кто? Бонус к атаке. Кулдаун всех способностей. Еще к защите от магии. А сколько мне нужно будет 3 прокачать, чтобы сюда продвинуться? Мне нужно вот это и вот... Так, хорошо, богатый выбор. Пока что норм. Опять же, раз тут мы тащим, то сильно выпендриваться с набором юнитов не будем. Лучше будем их укреплять, а потом будем подбирать по возможности. И еду выгодно покупать самую большую. Тут у нас тупиковая комната, отлично. Хорошо. Гляньте, как они их рубают. Гляньте, как они... Ну, бонус к дэмэджу нужен. Бонус к дэмэджу просто необходим. У нас еще один лонгсорд по скидочке. Ой-ой-ой. И ангел, блин, а на ангела не хватает. Расстроили меня сейчас просто. Мне нужно апгрейдить медиков. Будем надеяться, что в той комнате будет что-то хорошее. Мы сейчас денежку поднакопим. В идеале, ну, мне нужно всех по 5. Но я думаю, как это будет выглядеть. Хватит ли мне... То есть, сделать всех по 5 и просто качать их в крутость дальше... Или же мне потом еще кого-то докидывать. Посмотрим, как получится. Чувак с лазерным мечом просто красавчик. Вот, дефибриллятора у нас тоже нету. Иди сюда. Всех по 4. Отлично, отлично, отлично. Нам не хватает здесь обычного меча, здесь ангела и здесь ультраубиватора вот этого. Что можно на 20-ку качнуть? Так, ускоренная перезарядка. Защита к магии. Ускоренную перезарядку. Еще 2 каких-то вещи надо. Ну, вот эти 2 будем качать, наверное. Посмотрим, какой нам бонус дадут. Офигеть, вы посмотрите, что тут происходит. Но я не могу сказать, что мы прям страдаем. Гляньте, они пробивают его даже через реген. Вот это неплохо, вот это неплохо. Чем у мечников? Мечники раз в 5 секунд повышают себе урон на одну атаку в 2 раза, на 30, за... в 2 раза. Просто бах. Он там бьет 30, а вот сейчас я бью 60. Хочу, да, давайте. Я же не зря до регена манны иду, оно потихонечку сейчас себя оправдает. Ребят, робота замочите, он мешает. Молодцы. Все, теперь Ктулху мочите. Красавчики. Что нам предлагают? Архивированный робот создает свободные клетки послушного Каледа. Фига себе. Вот этого я раньше не видел. Духовная пища выключает голод на следующий бой.
Но опять же, я ни того взять не могу. О! Удивительный факт. Вы знали, что если перепутать все буквы внутри слов, но правильно оставить первую и последнюю букву, то текст все же будет легко читаться. При этом, если перепутать все буквы вообще, фиг прочтешь, что написано. Блин, реально фиг прочтешь. Без понятия. Ничего не понял, ничего страшного. Человеки ничего не поняли. Играй дальше, далее. Вышли без негативных последствий, за что я уже благодарен. Беру убиватор. Потому что он мне закончит... Вот, у меня теперь коллекция из 5. Замена за 1. А что мне это даст? Нам ничего не даст. Все, поехали дальше. Пятое. Аура скорости атаки. Максимально прокачана. Вот эти черепки, это что-то новенькое. Смотрите, как они уже туго идут. То есть, мне явно не хватает дэмэджа, чтобы их продавливать. Это все новое. Но идем к дэмэджу. Он будет стоить 50. Его можно будет прокачать еще 4 раза. Блин, музыка здесь просто шикарнейшая. Нужно вот это следующим. Оно на... Теоретически оно нас пропустит дальше потом. Видите, мы пока не можем идти. Ой, блин, это ты глаёшь, чтоб его. Я его ненавижу. Ну хорошо, мы его быстро ушатали. И... Легкая душонка. Итак, тентакль призванный... Нет, нет, не надо. Замена. Класс стрелки получает бонус. Ну, просто шикарно. Да, хочу. Раз уж мы в стрелков вкладываемся, поехали. Прям по полной. У нас нет еды, поэтому поехали за едой, наверное, сначала. Явно стало не хватать дэмэджа. Берем слоника. И валим в ту сторону. Я надеюсь, там будет третий портал. Я очень на это надеюсь. Потому что иначе получится некрасиво. Да, просто два. Один тебе не нравится, на тебе два. Их нужно побыстрее мочить, потому что они могут натворить делов. У нас тут ничего нету для нас. Ничего нету для нас. Сегодня ты после смерти... Я не хочу... Вероятность срабатывания всех способностей. Во-первых, хорошо. Во-вторых, при лечении медики восстановят... Ой-ой-ой-ой. Да, да, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Это же просто шоколадная билка. Начинаются магические приблуды всякие. Я, наверное, рискну. Сейчас здесь ничего не куплю. Пойду куплю еды и подерусь там еще раз. И тогда посмотрим. Вообще пока что ни разу не пожалел, что взял себе этого дрона. Что я могу еще качнуть? Что я могу еще? Могу. Могу. Что еще? Что еще? Еще что могу? Могу толерантность, избежание получения негативного статуса. Да, хочу, потому что скоро у нас пойдут вот эти вот пирамидки летающие, все это говно, которое... Я теперь могу качать... А это у нас что? Энергетический вампиризм. Все человеки восстанавливают здоровье в размере толстипен, отнесенного способности... магического урона нет, мне это не надо. Мне нужно вот это, регенерация маны, потому что медики у нас на мане живут. Да и у бойцов есть тоже... Это у нас... Один раз его качнуть придется. Нужно будет вот это качнуть.
Я думаю, куда... сначала придется все три вот эти прокачивать, потому что мне нужен вот это, бонус к атаке. Регенерация, я не уверен, что я хочу. Вот бонус к атаке нужно будет брать 100%. Что вот это? Я такой фигни еще не видел. Оно меня куда-то портнуло, я куда-то улетел. О, кстати. Черт, но я возьму, потому что мне не хватает. Не хотел тратить деньги, хотел накопить на апгрейды, но, блин, просто еще одного медика дают, как раз того, который нужно, без перелистывания, без смс-регистрации, я возьму. Ну, вот в таком варианте оно неплохо, потому что успевают мои чувачки, практически успевают отхилиться. Блин, чувака с лазером все равно потрепали. Убегатель, мы видели, воскреситель всех человеков погибших, но мне никто не погиб, я этим воспользоваться сейчас не могу, поэтому дальше. Не хватает пятого мечника, я бы хотел бы себе пятого мечника. Встретили огромного ржавого робота в ковбойской шляпе, порыкавшую старомодным револьвером в единственной целой руке. О, люди, наконец-то, давайте сыграем. Мне очень нужно сыграть с вами в камень, ножницы, бумагу. Выигрыш получает 10 жетонов, проигравший теряет 5. Никого обман, поехали. Однорукий бандит. У нас нет денег. Нет, постой, поиграй со мной. Робот пытается единственное, его ноги давно съел ржавчину. Он так не остался на своем месте ждать других игроков. В нейтралочку пойдем, потому что я не хочу рисковать. Тоже не буду никого брать. По скидке у нас ловкач. Надо будет как-то попробовать билд на этих наметателях. Мне кажется, было бы интересно. Я могу что-то улучшить? А могу бонус здоровью накинуть. Тут у нас регенерация. Давайте на реген манны пойдем пока что. Потому что общая беда, когда у медиков заканчивается манна, они просто идут в бой и их убивают и всякое такое. Так они хоть время от времени будут себе что-то регенить. И это нормально. И это хорошо. Я же говорил, эти треугольники скоро пойдут. С негативными эффектами, с остальным говном. Мечники при выпадении критической атаки поджигают цель, что наносит ей дополнительно 300 урона в течение 4... Не складывается. Да, хорошо. Не стакается, и черт с ним, что не стакается. Мне вполне хватит. Поехали дальше. Ой, тут же квест. Это квест сейчас будет с убегающим вот этим. Сколько я тут еды потрачу. Вот тут, кстати, магическая защита может пригодиться. Еды возьму, потому что ее много уйдет. Кубик. Возьму, потому что он мне просто нужен для прохода к атаке. Чувак, как голова падает. Лови его, лови. Ты кто? Та-та-та-та-та-та-та-та. Это мы все знаем. Попробуем. А я могу просто портнуть... А, ну ладно, мне все равно придется в комнату выбежать... Просто ему без варианта куда. Давайте я портнусь. Я не помню, мне обязательно прям гнаться за ним. Он в этой комнате должен. Видите, он обратно побежал, тварь. Хорошо. Я заплачу, сколько есть, 30 жетонов. По-моему, оно мне там что-то, опять же, для мага. Я возьму жетоны. 30 жетонов, мы тебя не видели, свали отсюда.
Даже несмотря на то, что бота сжигают с первого раза, все равно он принимает какой-то дэмэдж в начале, пока мечники добираются. Меня такой расклад вполне устраивает. Фуд. Запасусь едой просто, чтобы... до задницы, просто чтобы уже не думать об этом некоторое время. Пока продают слонов. Минус. Дайте мне одного простого, блин, мечника. Ну, елки-палки, мне нужна ударная сила. 60. Еще один бонус нужен. Куда бы его вкинуть? Может быть... Вот сюда вот, 30-ку, чтобы мана быстрее, еще быстрее восстанавливалась. В общем-то, меня тогда все устраивает. Поехали. Потихонечку подходим к дэмэджу. С дэмэджем... С большим дэмэджем приходит большая ответственность. Видите, дэмэджа уже катастрофически не хватает. Это или покупать еще человеков, или улучшать им дэмэдж. Итак, стрелки. Экстенсивные пули. Стрелки атакуют экстенсивным снарядом, прошивающим врага насквозь. Ой, да, пожалуйста. Ой, все. Получается, копим бабло сейчас и начинаем апгрейдить нашу суперармию. Мне для счастья не хватает одного мечника, а так стрелки собраны, медики собраны. 48. Реген маны подымем. 6 маны. Вот, 110 бонус к атаке. Я уже могу и могу уже даже скоро. Поэтому да, пока что жмемся как можем. И терпим. Набираем 60 монеток. Если мы в это выживем, то получится прям хорошо. Ну что, сотня бонус к атаке. Это дофига. Смотрите. Дружище, стой. Видите, у него 224 плюс 67 плюс 100 будет. У этого 264 плюс 100. Это будет просто страшный бонус. Это первый уровень, второй уровень. Сколько, я не знаю, там будет стоить. Но это тоже будет стоящее дело. Ой, блин, тварь, я тебя помню. Хотя, знаете, довольно быстро слился. Супер. Я даже ничего взять не могу. Тоже хорошо. 60. Да. Ну, некоторые просто получили дабл атаки. Это просто божественно. Итак, второй будет стоить 120, но мне его тоже нужно будет впихнуть. 120 и 150. Вот эти процентные взаимоотношения тоже можно бы повышать как-нибудь. 10, вот, 10 в броне, 30. Во-во-во-во-во. Есть куда вложиться еще. Ну, что я тут сделал? Ладно. Наткнулись на тренажерный зал на открытом воздухе. Где-то открытый воздух, правда, я не знаю. Хотя, вообще-то, все действительно происходит в чем-то вроде лабиринта. Так что воздух не совсем открытый. Вот я про то же. Кардио, бицуха. Давайте кардио. Человеки потратили 14 еды и получили бонус к здоровью. Это очень хорошее. Я не против. А сколько бонус к здоровью? 10%, отлично. Фух, поехали дальше. Зомби! Посмотрим, как оправдается бонус к урону. Смотрите, как они косят бодренько. Мне понравилось, даже дрон не сдох. А, отлично. Денег мало, конечно, дали, но это зомби, что с них взять. О, тут зомби с этим говном. Что,
что ж, наверное, за медиков можно потихонечку переставать волноваться, у них будет хватать манны. Я сразу просто на класс смотрю, класс нашего нету. Кулдаун всех способностей снижается. Вероятность срабатывания всех способностей человека повышена. Вероятность срабатывания кулдаун. Черт. Если противников больше, чем человека, человек получает бонус... Да, давайте. Потому что у нас не очень большая армия. Это не всегда будет срабатывать, но когда будет срабатывать... С другой стороны, это был третий замен. Вот сейчас, видите? Да, мы получили бонус сразу же. Ууу, ачивка какая-то вылезла. Он все это видел. Очень много мяса. Я покупаю. Я смотрю на здоровье наших ребят. Оно не проседает. Так что вроде как живем. Если здоровье начинает проседать, значит, ты делаешь что-то не то в этой жизни. Вот. Но здоровье не проседает, ребята держатся, значит, все хорошо. Дайте мне мечник. Я его теперь в жизни не получу, да? Это самый простенький, самый слабенький. Мне кажется, его убьют, но, блин, он не нужен. Так, ладно, терпим, наверное, до 120 теперь, если доживем. Вера Скайуокер, вон я смотрю, второй уровень подняла себе. Но живая, живая пока что. Причем для нее вот эти бонусы вообще чудовищные. Смотрите, дэмэдж в 2,5 раза, там, бонус брони, то-то, сё-то, просто... Просто затаскивает. Блин, а я к боссу пришел, там куча всего осталось неисследованного, а мне туда надо. А тут нет еще одного портала, вы чё? Я пошел, мне деньги нужны. Хавчик у меня есть, мне деньги нужны, так что я схожу. Оставлю тут этого слоника, его уж потом можно будет еще раз купить, если что. Пойдем за бонусом сходим, за мутацией. Какого они там уровня уже? Пятого. Пятый это максимальный, пятый это максимальный. Хорошо, для стрелков. Класс стрелки получает 30% к броне. 30 единиц к броне. То есть у тебя сейчас брони 15. Бах, 45. Это чудовищно просто. И бонус к защите. Неплохо. Наверное, я никого нового покупать не хочу. Пойдем. И хавчик тоже покупать не буду. Попробуем утоптать босса в таком составе. Мы еще и получим бонус. Ой, хорошо. Да, 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 да. Их разрубают очень быстренько, очень свежо, очень хорошо. Так что с этим проблем никаких нету. С неплохим итогом мы выходим с этого этажа. У нас архивированные очки и в свободной клетке. Кого создает? Морозного. Какого-то морозного. Какого-то чувачка. Ладно, посмотрим. Прикиньте, 2 копеечки не хватает.
Так, это невероятно, это невозможно, это возмутительно. Серый гусь схватил у человека 10 жетонов и стремительно убегает. Нет времени пытаться понять, что сделать. Нужно решать, что будем делать мы. Из дальнобойного, что из человека попытаться поймать. Стрелять. Уклонился от всех снарядов, что за грациозные животные. Его потеряли 10 жетонов, но бойцы разгадали движение гуся и теперь обладают шансом уклонить. Да? Как бы да? А, бойцы. Блин, ты не нужная мне... Печалька. Это не нужная мне обилка. Я за это заплатил 10 жетонов или сколько? Блин, у меня, по-моему, было... По-моему, у меня было больше. Не, ребят, вы все тут окочуритесь, не нафиг. Некроманты. Не знаю, может быть, взять себе больше стрелков. Как раз, прикиньте, каратели продают по скидочке. 125 урона. Сколько сейчас на карателе? 400. Давайте возьму он по скидке. Да, я вроде как деньги коплю, но... Пушка очень хорошая, мощная. Мне потом норм будет с ней ходить. Потому что... Чем быстрее мы сейчас расправляемся со всеми, кто в комнате, тем меньше шансов отхватить какой-то фигни. Поэтому увеличение дэмэджа сейчас, пожалуй, основной приоритет. На дефе мы неплохо сидим, а вот увеличение дэмэджа... По сколько вы там поднимаете из каждого дохлика? Не слишком ли много? Я там вижу такие страшные цифры, которые вылетают из них, там по 800, по 1000, это прям... 150, между прочим. А это значит... А, я мог еще на... Увеличение урона, конечно же. 150 можно было сюда вкинуть. Тридцатничек, тридцатник... Куда я могу тридцатник? Я могу еще скорость атаки апнуть. Ну, давайте. И на десяточку. На десяточку я же ничего не сделаю. Ну, что тоже неплохо. Блин, атака, атака. Смотрите. 287 плюс 220. 220. А, красота. У нас будет, интересно, третий портальчик. Да, будет. И он будет вести прямо к боссу. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вы видели, как его дезинтегрировали? Просто подошли к нему, хоп, и все. И чувака нет. Я бы тогда сначала внизу подрался. На 16 человеков. Нам хватит еды как раз сюда зайти, купить еду тут. А, там внизу еще и бонус. Хорошо, что я сюда пошел. Бам! Воу-воу-воу-воу! Лечите, лечите этого парня, вы чё? Я понимаю, что это самый базовый мечник, но, блин... Он же должен побежать обратно... Эй, где слон? Вы чё? Я возьму вот так тогда. Я рассчитывал на слона. А, там есть еще одна комната дальше, ладно. Может, от нее тоже портал будет? Так, мне не хватает медиков. Стрелки раз в 60 секунд призывают Каледет за 80. Да? Давайте, я на это посмотрю. Это будет интересно. Да вы офигели! Блин, видите, все-таки убили кого-то. И меч из него не выпал. А! Твари.
Так, мечники каждые 14 секунд вращаются и наносят магический урон в размере своей базовой атаки через 7 секунд. Да, хочу. Но, блин, я начал терять людей. А вот это уже не смешно. Я потерял одного, но у меня чуваки не успевают отрегениться. И вот это уже не смешно. И мы сейчас еще и голодными драться будем. Потому что там внизу не было портала. Это вот отвратительно вообще. Ребят, вы чё? Минус 3 мечника? Это как вообще? А кем я сражаться буду? А, знаете чё? Пофиг. Потому что, ну, это недопустимо. Этих сейчас мы вылечим, я надеюсь. Так, значит, нужен бонус к дефу. Если меня пробивают, нужен бонус к дефу. Я до сих пор голодный дерусь. Просто бонус к броне. То есть просто бонус к броне, да? А почему плюс 8? Это единицы? Так, плюс 30 бонус к броне. Все получают. Все человеки. А почему это не... Давайте, кстати, бонус к здоровью тоже апнем. Покупать я, наверное, пока что никого не буду. Я, возможно, об этом пожалею. Знаю. Но... Всех врагов в комнате. Не работают в комнате с боссами. Я это... Пожалуй, тоже потрачу. Мне интересно, получу я за это деньги или нет. Да, получу. Потому что я драться голодным не хотел. Вот в чем прикол. Да, у меня вроде как бонусы на драться голодным, но... Зачем рисковать? Нам сейчас драться с боссом. Окей, мне немножко страшно. Ладно, возможно, зря. Очень быстро его разобрали. Не все наши отхилились, это плохо. Но так, архивные новички не надо. Убегатель случайно на комнатном уровне. Да, давайте. Пока что возьму это.